В обзоре у нас приставка MX Q Pro. Сейчас посмотрим, как можно смотреть фильм. Может, тебе тоже поможет? Ты мой бери. В продаже есть такой вот пульт. У него есть функция AR-мышь, которая включается нажатием одной кнопки. И пульт превращается в мышку. Также установлено приложение Lime TV для каналов. Тут примерно 100-150 TV-каналов, которые можно очень легко смотреть без всяких проблем. И устаканилось еще. Я просто не могу больше обманывать Семена. Он считает, что мы с ним друзья. С некоторых пор. Доброе утро, Семен. Семен, привет. Привет. Как она успела? Иду с одной. Ну, не у них, у Гордыка, там, на банке, даже не в Бурбашу. Вообще, в видимости, на... На приставке также имеется YouTube, который можно смотреть без всяких проблем. Стоит Русь, не шатается. И Вик. Ой, гляди-ка, колечко мое! Не твое, а наше! У тебя голода отродясь не было! Батюшку, пустите, батюшку! Ох, и молодцы же мы! Ну, я тебе помог, помоги и ты мне! Мне там одно дерево, 4 подковы должно! Трава-мурава! Как я об этом не подумал? Трава-мурава! Трава-мурава, она будет моей, Уже установлено приложение Зона, с помощью которого можно бесплатно просматривать фильмы, сериалы и все новинки. Прочтите мелкий шрифт. Здесь действительно много такого. Все не кончается. Ой, не слушайте нудл, мистер Вонг, она с приветом. С приветом? Синдром сироты. Синдром сироты? Синдром сироты. Синдром сироты. Ее подбросили мне в прачечную еще малютку. И я утащила ее по доброте душевной. Как видите, приставки уже полностью настроены и готовы к работе. Все, что нужно, это подключить два провода и подсоединиться к вашему домашнему интернету. Отправляю приставки Авито доставкой. При запросе индивидуально могу отослать видеоотчеты с отправкой приставок. Все максимально прозрачно. Поэтому, если заинтересовала приставка, то пиши в чате Авито, и я проконсультирую вас по любым вопросам.